Мои дорогие, всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Лена, кто еще не знает. Сегодня у нас видео будет про уборку. И я вас всех приглашаю к просмотру. И надеюсь, это видео будет мотивацией для вас, чтобы вы тоже приступили к уборке. Я живу с мужем и с двумя детьми в двухкомнатной квартире, поэтому уборка у нас будет в комнате в большой, в маленькой, в детской, на кухне. И я еще буду делать уборку в ванной, но ванную я пока не снимаю, там нет ремонта. И надеюсь, что скоро сделаем ремонт, и видео будут полноценными, и я буду вам все полностью показывать. Пока только так. Дети у меня сейчас младшие в садике, старшие в школе. Они сами убирают свою комнату большую. В основном все они делают сами. И постель заправляют, и игрушки собирают, и со стола все убирают. Но я все равно там прихожу и навожу порядок иногда, делаю влажную уборку, меняю шторы. Все это я, естественно, сама в шкафу прибираю. Так что, пока их нет сегодня, тоже немножко буду наводить там порядок. Кому понравится видео, обязательно ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал. Thank you.
Ну что, уборку мы здесь сделали небольшую. Как я кошечку переложила, так она у нас тут лежит. Ну все. Детям, если что надо будет, они сами расставят, как им надо. А сейчас пойдемте со мной на кухню, будем там делать уборку. С вами ненадолго прервемся. Мне нужно за Вадимкой в садик. Я сейчас с ним схожу, приду домой и дальше продолжим. Все, мы с Вадимкой зашли домой. Еще купили по дороге молочку и сок. Это у нас каждодневные покупки. Мама, да, Вадим. Можно помочь?
Ты хочешь мне помочь? Сейчас. И вот еще сок. Вот и помощник приехал. Ну все, мои дорогие, сейчас я вам покажу, как у нас здесь чисто стало. Это у нас кошкин угол. Здесь она кушает. Ну и вот так вот вам покажу. Залезла на кресло. Маленькая у нас кухня, но здесь все у меня помещается. И мы все помещаемся. Вечером мы собираемся здесь, раскладываем стол и кушаем. Все вместе ужинаем. Скоро мы вот сюда вот еще купим шкаф, и у нас вот так вот будет все. Я покажу вам организацию в кухонных шкафах. Ну вот, мои дорогие, на этом я сегодня буду заканчивать свое видео. Надеюсь, оно вам понравилось и смотивировало вас на уборку. Обязательно ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока, увидимся очень скоро!